Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 75 40 00. На телеканале «Звезда» время информационной программы «Новости». В студии работает Карина Херсан, и сегодня в эфире. Содействие занятости населения и реализация в Новополоцке декрета номер 3 президента Республики Беларусь – тема на повестке дня заседания Новополоцкого городского исполнительного комитета. Многие белорусы квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг теперь получают в электронном виде. Досрочно использовать семейный капитал в 2020 году захотели более 14 тысяч семей Беларуси. Среди них 120 многодетных семей Новополоцка. Отдохнуть и провести время с пользой почти 3 тысячи юных новополочан смогут провести летние каникулы в оздоровительных лагерях. Подробнее об этом и не только далее расскажут мои коллеги. Уровень безработицы в Беларуси снижается. В январе-марте 2020 года в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратилось почти 35,5 тысяч человек. Это около 80% от цифр статистики прошлого года. Ситуация на рынке труда Новополоцка пока остается стабильной. Количество безработных в 2020 году снизилось. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года почти на 30%. В то время как число вакансий стремительно растет. Тема в центре внимания заседания Новополоцкого горосполкома. Реализацию на местах декрета президента Беларуси номер 3 о содействии занятости населения осуществляют постоянно действующие комиссии. Их задача – содействие в трудоустройстве, информирование о содержании базы данных граждан, не занятых в экономике, формирование списка граждан, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам. В Новополоцке в нынешнем году проведено уже 18 заседаний комиссии. За 4 месяца нынешнего года 137 новополочан обратились в комиссию за документами, подтверждающими занятость. В январе-апреле 2020 содействие в трудоустройстве оказано 456 граждан. Специалисты характеризуют ситуацию на рынке труда Новополоцка как стабильную. Количество безработных и граждан, обращающихся за содействием в трудоустройстве, по сравнению с прошлым годом, не увеличилось. Уровень безработицы такой же, как и был в прошлом году, 0,5. Конечно, по сравнению с началом года, незначительно увеличилось количество безработных, но это не повлияло на уровень безработицы. В первом квартале 2020 года в службу занятости обратили 639 человек, или 69,5% к соответствующему периоду прошлого года. Зарегистрировано в качестве безработных 475 человек. Это на 33,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вакансий в два раза больше, чем безработных, но проблема в том, что качественный профессиональный состав безработных не соответствует тем вакансиям, которые имеются на рынке труда сегодня. Среди самых востребованных рабочих профессий – водители, машинисты крана, продавцы, спасатели пожарные, слесари, электрогазосварщики, электромонтеры. Среди специалистов и служащих наибольший спрос на врачей-специалистов, медсестер, провизоров, фармацевтов, инженеров, библиотекарей. Также на повестке дня профилактика коррупционных преступлений. Отмечено, что в Новополоцке в последние годы их количество снижается. Так, в 2018 году было возбуждено 18 уголовных дел коррупционной направленности. В 2019 году возбуждено 4 уголовных дела. За 4 месяца 2020 года возбуждено 2 уголовных дела, одно из них уже рассмотрено. Ирина Шипко, Артем Табаков, телеканал «Звезда». Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил программу семейного капитала на 5 лет. Так, с 2020 года стартовала вторая пятилетка действия программы семейного капитала, но уже с расширенным перечнем возможностей, среди которых досрочное использование капитала. 2015 год. Начало в Беларуси большой программы по поддержке многодетных семей «Семейный капитал». За 5 лет реализации госпрограммы по всей стране было открыто более 78 тысяч депозитных счетов, на которые зачислено более 783 миллионов долларов.
Такая поддержка государством дает свои плоды. За 5 лет количество многодетных семей в Беларуси увеличилось почти в 1,5 раза. В настоящий момент в стране реализуется 2-я 5-летка действия программы семейного капитала с расширением возможностей его досрочного использования. На сегодняшний день за досрочным использованием семейного капитала обратились 120 семейного полоска. Нужды у всех разные. 93% из этих семей – это на улучшение жилищных условий. Либо это строительство частного дома, либо это оплата по договору долевого строительства, либо это погашение кредита. 7% – это у нас на образование, получение образования членам семьи первого высшего образования, либо среднеспециального. И одно заявление у нас на получение стоматологических услуг. Семья Кожеровых обратилась за досрочным использованием семейного капитала в январе месяце текущего года. В городском исполнительном комитете заявку одобрили. Семейный капитал Кожерова решили потратить на погашение кредита, взятого на строительство жилья. С рождением нашего 3-го ребеночка у нас тоже появилась такая возможность на приобретение материнского капитала, которым мы и воспользовались и реализовали в этом году на строительство своей новой квартиры. Вот, поэтому большое спасибо, конечно, государству за поддержку многодетных семей. И я как врач-гинеколог призываю молодых наших семей планировать рождение 3-го и 4-го ребеночка, которые будут окружены заботой, вниманием и социальной поддержкой нашего государства. В семье Кожеровых воспитываются 3 мальчишек 3, 5 и 8 лет. Право воспользоваться семейным капиталом появилось с рождением младшего Андрюши. Дом – полная чаша, как говорится. Теперь семейное счастье подкрепляется еще и материальными благами. Хотелось новую квартиру и все остальное, детки росли. Вот, и поэтому, когда в этом году предоставилась такая возможность, мы, конечно же, ей воспользовались. По данным Министерства труда и соцзащиты, в текущем 2020 году всего за досрочным использованием семейного капитала обратились почти 14 тысяч семей со всех регионов Беларуси. Среди них почти 13 тысяч семей решили использовать возможности программы семейного капитала на улучшение жилищных условий. Ольга Войтова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Жители столицы все активнее используют возможности личного кабинета пользователя на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска. Уже около 40 тысяч человек перешли на получение счет-извещений в электронном виде, сообщает белорусское телеграфное агентство. Подобными услугами пользуются и в регионах страны. Продолжит тему Глеб Прокофьев. Многие белорусы квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг теперь получают в электронном виде. Получать жировки таким способом могут только собственники жилого помещения. После заявки на специализированном сайте извещения отправляются автоматически. Электронный адрес плательщика по окончанию начислений за отчетный период. Таким образом, электронные жировки можно получать удаленно в любой точке мира, сохранять у себя на компьютере или телефоне, что позволяет значительно сокращать, в том числе, использование бумаги. Ну а полоски подобной услугой пока пользуются примерно 1500 плательщиков. На сегодняшний день вы можете своевременно и современным способом получать извещение на свой электронный адрес за коммунальные услуги. Для этого вы можете обратиться на сайт vidoblzhkh.by, там в своем личном кабинете заполнить свои данные и внести адрес электронной почты. Новые формы извещения о начислениях, к сожалению, пока не отразились на цифрах задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. На данный момент в Новополоцке около 2500 должников. Стоит отметить, что при возникновении любой сложной ситуации, которая не позволяет внести плату за коммунальные услуги, необходимо обратиться в расчетный центр. Специалисты могут пойти на уступки. На сегодняшний день задолженность имеют около 5% плательщиков за ЖКУ. Обращаю внимание, что большую часть составляют конкретно 1- и 2-месячные должники. И на нашу работу некоторые граждане очень остро реагируют, когда мы их информируем об этом. Это и штампы в извещениях, и телефонные звонки, а также розыск в социальных сетях. К слову, только в этом году, в течение первых 4 месяцев за неуплату коммунальных услуг за 2 и более расчетных периодов почти у 300 новополочан была приостановлена подача электроснабжения. Стоит отметить, что в случае задолженностей в первую очередь страдают поставщики коммунальных услуг. Если оплата не производится своевременно, коммунальные предприятия терпят убытки. Глеб Прокофьев, Артем Табаков, телеканал «Звезда». До начала лета остается чуть больше недели. Это значит, что уже совсем скоро в Беларуси начнут работу детские оздоровительные лагеря. В нынешнем году первая смена в загородных оздоровительных здравницах начнется немного позже обычного. Причина этому – напряженная эпидситуация. Тем не менее, желающих немало. Ожидается, что в Новополоцке смогут отдохнуть и оздоровиться почти 3000 юных новополочан.
Несмотря на сложную эпидситуацию, в нынешнем году загородные оздоровительные лагеря продолжат свою работу. Новополоцке их 5. Детские оздоровительные лагеря «Комета» и «Изумрудный». И спортивные оздоровительные лагеря «Ленинец», «Лыжник» и «Воднолыжник». Этим летом планируется оздоровить 2914 юных новополочан. 2230 из них в лагерях с круглосуточным пребыванием. Все лагеря в этом году начинают свою работу в более поздние сроки в связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией. Первым свою работу начнет лагерь «Изумрудный», детский оздоровительный лагерь. Его работа начнется первая смена с 15 июня. Следующие лагеря начинают свою работу с 17 и 19 июня. Работа персонала в загородных лагерях будет осуществляться вахтовым методом. Также предусмотрено ограничение массовых мероприятий, использование дезсредств, измерение температуры. Не будут пренебрегать мерами предосторожности и в детских пришкольных лагерях, которые в Новополоцке начнут работу с 1 июня. Продолжит свою работу и лагерь труда и отдыха. Его режим будет организован в 2 смены – с июля по август на базе 5-й школы Новополоцка. Финансирование на подготовку лагерей производится из городского и областного бюджета. Также на целевое использование выделяются средства, заработанные в ходе республиканского субботника. В этом году у нас с республиканского субботника выделяется 15 тысяч для детского оздоровительного лагеря «Изумрудный». Эти деньги пойдут на замену окон. И 22 тысячи у нас выделяется для спортивно-оздоровительного лагеря «Ленинец». Там в этом году планируется построить станцию обезжиреживания. Сейчас для работников лагерей наступают горячие дни, ведь совсем скоро здесь зазвучат детские голоса. Полным ходом идет подготовка и в Ленинце. 5 лет назад детско-оздоровительный лагерь был передан на баланс дюшор номер 1 города Новополоцка и теперь работает как спортивный лагерь. Обслуживающим персоналом из дюшор номер 1 приняты все меры для наведения территориального порядка. На данный момент все как бы уже практически идеально. Сейчас личный состав переходит на косметические ремонты зданий и сооружений. Мы успеваем открыть в полном порядке. Завершить все работы в оздоровительных лагерях планируется до 10 июня. Именно этот срок – дедлайн, которому рабочая группа составит акт приемки каждого лагеря. Ирина Шипко, Сергей Пальцев, Артем Табаков, телеканал «Звезда». 255 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 65 человек, произошло в Беларуси в 2019 году по вине водителей в нетрезвом состоянии. Только вдумайтесь, цифры колоссальные. Так же, как и статистика, всего одного дня, 1 января 2020 года, в Беларуси задержано более 100 нетрезвых водителей. Такие факты нарушения правил дорожного движения, к сожалению, фиксируются в каждом регионе. В основе снижения цифр печальной статистики – профилактика. В эти дни ГАИ усиливает контроль на дороге. Сейчас подходим, набираете воздух, начинаете продувать. Я вам скажу, когда достаточно. Вот так проходят рейды ГАИ, особенно в утренние и вечерние часы. Проверяют на алкоголь с помощью алкотеста. Конечно же, не всех подряд. Прежде всего, тех, кто вызывает определенное подозрение. Своеобразная манера езды, неадекватное поведение, специфический запах и множество других факторов. С 21 по 25 мая госавтоинспекция проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Данный вопрос всегда находится на особом контроле сотрудников ГАИ, но в данный период сотрудники ГАИ будут уделять этому особое внимание. Будут проводиться рейдовые мероприятия именно по данному вопросу, а также проводится разъяснительная работа с участниками дорожного движения. Только в Витебской области за 4 месяца этого года зарегистрировано 10 аварий с пострадавшими, произошедших по вине нетрезвых водителей. В Новополоцке с 1 января по начало мая 2020 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 62 водителя. В прошлом году за аналогичный период 153. Количество задержанных уменьшилось более чем в 2 раза. В Беларуси штраф за езду в нетрезвом виде составляет от 50 до 100 базовых величин с лишением прав сроком на 3 года. Такое же наказание грозит за отказ от медосвидетельствования на алкоголь. А если же нарушение в течение года совершается повторно, уголовное дело и конфискация транспортного средства. Стоит отметить, что автомобиль изымают даже в том случае, если он не принадлежит пьяному водителю. Исключение – угон или хищение. А уголовное дело для нетрезвого автолюбителя может даже закончиться ограничением свободы. Да еще со штрафом – до 1000 базовых величин. Кроме этого, нередко пьяные водители игнорируют требования сотрудников ГАИ остановиться. И тогда разворачивается настоящая погоня. Как правило, она не самым лучшим образом заканчивается для этих нарушителей. Данные действия не остаются незамеченными. Сотрудниками ГАИ осуществляется преследование. И в последующем данные лица привлекаются к ответственности не только за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо же не имея права управления, но и несут ответственность по дополнительным статьям Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться в стороне. Сообщайте правоохранителям о нетрезвых водителях и пешеходах. Возможно, именно этот звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь. Добавлю лишь, что с 25 мая стартует акция «Внимание, дети». С этого дня и до 5 июня водители обязаны передвигаться в светлое время суток, включенным на транспорте ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». На этом у меня все новости. В завершении я напомню, что наши программы доступны на YouTube-канале нашей телерадиокомпании. Свежие новости можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. Я желаю вам хороших выходных, берегите себя и до новых встреч на телеканале «Звезда».Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 75 40 00.